Мунгве запретили драться с Головкиным 7 апреля 2018 года, 16 часов 46 минут, бокс, ММА, профессионал и чемпион WBC, WBA, Super IBF, IBO. В среднем весе Геннадий Головкин 5 мая не сможет провести с мексиканским проспектом Хайме Мунгуи, сообщает Боксингсин. Мунгве запретил проведение боя спортивная комиссия штата Невада, сославшись на то, что у мексиканца недостаточно опыта проведения полноценных 12-раундовых боев и выступлений в среднем весе. Ранее сообщалось, что Сауля Альвареса может заменить экс-чемпион мира Гарри О'Салливан. Альварес был отстранен от боев на неопределенный срок из-за двух положительных допинг-тестов, взятых в феврале 2018 года. 3 апреля Альварес отказался от боя с Головкиным в связи с расследованием по делу о применении допинга. Источник Боксингсин сообщить об ошибке комментарии 07 апреля 2018 года, 6 апреля 2018 года.